Всем привет! Сегодня мы поговорим об оружии, которое используем на тренировках по фехтованию. Это варианты клинкового оружия. Шпага с ручкой пистолетом, например. Рапира с классической французской ручкой. Какое предпочтение отдать тому или виду клинкового оружия, вы определяете сами. Также по поводу ручки, что хочу сказать. Французскую ручку мы не гнем под правую или левую сторону, поэтому можно использовать как одной, так и другой рукой. А ручка пистолета, она в данном случае вот под левую руку, уже правую ее брать неудобно. Если оружие ломается, мы его обрезаем естественным образом и ставим гуманизатор, чтобы уменьшить силу удара. Если оружие ломается очень сильно, оно превращается в короткий клинок, который также идет в работу. Работаем правой и левой рукой, двумя предметами сразу. Поэтому различная длина оружия и вес, они очень хорошо влияют на тренировочный опыт. Также, когда противник слабее в технике, или это ребенок, мы ему можем дать заведомо более длинное оружие, два предмета, и таким образом получить все радости тренировочного процесса. Всего доброго!